расширяем границы. Национальное телевидение и радио Чуваши начали тестовое вещание в спутнике, где теперь будут смотреть наши передачи «Как настроить канал» с уже узнаваемой желтой звездой. Подробности в следующем материале. Официальная дата выхода национального телевидения на спутник – 8 марта. Но тестовая трансляция эфира началась задолго. Программы нашего канала уже доступны жителям других регионов. Для уроженцев республики это долгожданное событие. На нашу редакцию обрушился шквал звонков, электронных писем и видеороликов со словами благодарности. У нас регион Урал идет, в Тюменской области, в Улате. И вот я там смотрела концерт. Как неожиданно было, но, в общем, очень приятно. Это непередаваемое ощущение, как будто своих родственников видела на родном языке. Такие песни, сами старые песни. 40 лет, наверное, прошло с тех пор, как я их услышала тогда еще. Но непередаваемое ощущение вообще. Наконец у нас в республике появился чувашский канал «Чуваш день». И мы можем смотреть с утра до вечера наши любимые концерты, спектакли и узнавать, что происходит в нашей республике. Теперь национальное телевидение «Чуваши» доступно жителям всей республики, включая небольшие деревни и села и европейской части страны. Через спутник программы телеканала можно смотреть на территории от Калининграда до Тюменской области. Количество абонентов превышает 8 миллионов человек. Мы давно ждали этого события. И вот в преддверии 8 марта кажется, что прям подготовлен для нас праздник именно для женщин, как подарок. У нас население нашего района, сейчас у нас как раз идут собрания граждан во всех поселениях. Они это сразу заметили и с таким удовольствием и радостью с такой смотрят передачи национального телевидения, потому что сейчас уже проще их смотреть стало. Ведь раньше у кого антенна «Триколор» была, они не могли сразу переключаться на передачи «Чувашского национального телевидения». А сейчас вот они с удовольствием смотрят. Итак, национальное телевидение «Чуваши» вещает на спутниковой платформе «Триколор ТВ» на 823 кнопке. Там же на 36-й позиции в списке радиопрограмм можно услышать и эфир национального радио «Чуваши». Настроить наши каналы просто. В разделе «Мастер настроек» необходимо выбрать оператора и настроить автоматический поиск. Список доступных телеканалов обновляется в течение 30 секунд. Вот наша небольшая инструкция. Национальная телерадиокомпания расширяет границы эфира. Одновременно расширяется и программная сетка. Зрителей ждет немало интересных проектов. Родион Архипов, Дмитрий Ковалев, Сергей Адушкин, Республика.